праздничные выходные Красная площадь не пустовала и в темное время суток. Оттуда стартовали участники велопробега по ночному городу. Чебоксарские велосипедисты затеяли этакую прогулку перед сном. Погода эту идею поддержала и устроила душевые процедуры. Однако дождь не спугнул ни профессионалов, ни любителей. По-моему, этот железный конь не боится никакой погоды. Он ездит и в любую зимой, и летом, и осенью, и весной, круглый год. Со всеми в пробеге приняли участие глава города Чебоксары Леонид Черкесов и глава администрации Алексей Ладыков. Колонна велосипедистов проехала вокруг празднично освещенного залива. Были лужи, много луж, было опасно, конечно, но мы так сильно не гнались друг за другом. В дороге не было никаких эксцессов, то есть никаких падений. Проехали очень здорово, очень быстро. Вот, хотя я говорил, что надо ехать медленно, но дождь нас подгонял, конечно. Велосипедное движение в Чебоксарах стремительно набирает обороты. На улицах появляются специальные дорожки и велопарковки. Участники ночного велопробега уверены, поклонников этого замечательного и полезного средства передвижения в городе станет больше. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков. Республика.